машины что-то типа а-ля Ламборджини Галларда. Да, то есть это копия Галларда, это знаете, как типа... На стенах клуба, я не против, я тащу ее в копинку тупо, ей не понять меня, я сам... Приветки, подписончики, с вами Саша Джаггернаут, и сегодня 19 марта опять у нас вышло обновление в Payday, то есть это не DLC, это тут у нас все бесплатно. В общем-то, в чем оно заключается? А в инвентаре у нас изменения... Ну, мало затронули. Вот у нас новая бутылка Rivertown Glen. Вот это оружие ближнего боя. Потом из брони у нас ничего, но у нас появился новый персонаж. Это Бонни. То есть это женщина, такая вот полненькая, я на нее надел бронежилет. Вот. А, я вам еще маски не показал. Да. А вот, в общем-то, маска вот этой Бонни самой. То есть это вот такая вот она у нее остроносая. И вот этот вот. Я не знаю, как это, автомобильный шлем или шлем гонщика. В общем, такой типа стик, почувствуй себя стигом, это называется. Вот. Ну, эти шлемы я вам уже показывал. Такс. И главное у нас тут обновление, это новая миссия. Миссия называется автосалон. Вот она у нас. Так, давайте мы сейчас вот так вот. Потому что миссия проходится по стелсу и... Что за нами будут ходить абсолютно ненужные персонажи в виде ботов, это нам не надо. Первый раз я эту миссию, в общем-то, завалил. Я думал, там надо рашить, но нет, нам там дается обратный отсчет. Так, сейчас поменяем оружку на стелсовую. Так, вот на это. Так, вторичное оружие у нас. Так, а я уже и забыл, что у меня с этим, с глушаком тут. Так. Что у меня тут с глушителем? Вот это вот у меня с глушителем, полюбасу. Так, бутылка нафиг нам не нужна. Давайте-ка ножик какой-нибудь. Так, вот мне кажется, вот это идеально для стелса нож. Наносит большой урон и максимальную скрытность имеет 32. Да. Так, ну и броньку снимаем. Так, ладно, персонажа мы никак уже не заменим этого. Ладненько. Все, начинаем. Так, и первое, что нам сейчас предстоит, это проникните в автосалон. Я думаю, палевность маленькая будет, поэтому я тут без Б могу зайти. Тут ничего не должно запиликать. Да, тут ничего пока не пиликает. Так, обыщите склад. Какой мне склад надо обыскать? Так, ну вот тут машины что-то типа а-ля Ламборджини Галларда. Да, то есть это копия Галларда. Это знаете, как типа в одном офисе была откусанная груша. Ну типа фирма ноутбуков. Тут типа то же самое. Так, я думаю, это колпаки, это оказывается литые диски. Просто они не 3D. Так, ну вот, в общем-то, автосалон у нас наверх. Наверх пройти можно, нет? Так, подозревать что-то. Все, надо уходить. Так, а может черный ход есть? Полюбас уже тут отсюда надо как-то оббегать это все дело. Так, открыть-то у нас тут не получится. Так, ладненько. Попробуем с правой стороны зайти. Так. В принципе, знаете, можно включить что-то типа чита. Нажать, знаете что? Так, на инсерление взлом. И ал оптимизирован. В общем, все, мы тут можем делать все свои темные вещи. И нас никто не спалит и ничего нам не сделают. Так, ну вот что плохо, нам не показывают, что именно искать. То есть нету никакого, как бы, не знаю, указания, никакой стрелки, куда надо идти. Вам нужна ключ карты, да? Такс. Я же могу сделать... Так, ставить ключ карты. Все, вставил. Так, а что мне сейчас надо делать? Ох, чё-то я это... Заблудился немножечко. А чё мне делать-то тут?
А, хакнуть компьютер. Не хакается. Так, это посылка Гейджи. Но он не хакается, что делать? По сути, показывает вот сюда. Или сюда. Да ё-моё, какая же миссия запутанная. Вот, сюда, походу. Она еще плохо переведенная, эта миссия. Поэтому такие вот проблемы у нас могут возникнуть. Так. Все, взлом компьютера произошел, но почему-то у нас сирена сработала. Почему? В общем, вообще не понимаю я смысл этой миссии. Наверное, я ее опять завалю, как и в первый раз. Вот. Сейчас нам скажут, типа, возьмите взрывчатку. Все, ее раскладите там везде, куда надо. Так. Ну, вот, в общем, сюда. Это, я не знаю, это мы взрываем дорогу или баррикады? Скорее всего, мы взрываем баррикады. Ну, очень сложная миссия. Не знаю, что тут, как делать. Даже с читом, видите, обнаружили нас. Не знаю, что такое, почему. Так, и вот последнее. Так, ключи какие-то искать, и походу надо угнать какую-то машину. Ну, да смысл угонять, у нас тут миссия завершена уже. Как завершена? Как бы вам сказать, провалена уже. Так, взлом. Ладно, не будем дожидаться. Завершим вот так вот миссию. Якобы мы ее прошли. Весь смысл этой миссии я не понял. В общем, надо что-то взломать, найти ключи и гнать тачки. Сделать это все скрытно. Вот так вот. Никакое нам пока достижение не дали. Сырое, сырое это еще обновление. Не до конца переведено. В общем... Пока я недоволен. Мне не нравится. Так, карту выберем. Денюжка. Больно она мне и нужна сейчас, когда у меня чит есть. Так, ну в общем, вот вам обзор на обновление. Ничего тут я толком не понял. Вот, в общем... Хотите быть в курсе дальнейших обновлений Payday и дальнейших DLC, подписывайтесь на канал. Вот, будет выходить все на вьюг. Всем пока.